Я только что вышел из психиатрической клиники. Чувство пустоты. Ну, давайте по столу. Это же ощущение пустоты, типа, социальное. Давайте. Подавленное настроение. Как жить-то тогда? Невозможно никак справиться. Проблемы со сном. Плохо спал. Чувствую себя очень хуёво. Жизнь потеряла яркость, красоту. Тяжело. Надежды никакой нет. Официальная статистика показывает, что депрессивные и тревожные расстройства являются самыми распространенными. Каждый второй хотя бы раз в жизни испытал или еще испытает это состояние на себе. Как это на самом деле? Жить с психиатрическим диагнозом или даже с несколькими, как у меня? Я думаю, что это очень важно для многих людей, которые боятся заявить о себе открыто.